Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Ну что, у нас сезон кончится через 4 дня 20 часов. Ну а мы пока пойдем погуляем по ежедневным заданиям. Так, значит, нанесите 300 единиц урона героям. Нанесите 20 единиц урона героям бессмертия и выиграйте одну многопользовательскую игру. Давай, блин, за бессмертию играть. А что? А что сделаешь, ребят? Давайте играть за бессмертию. Выбора особого нету. Поехали. Поиск соперника. Многие пишут: Рейк, ты куда пропал? Ребят, если честно, что-то я совсем расслабился. Во-первых, тут с этими гулянками на выходных, потом какие-то отходники, потом это работа, что-то какая-то у меня слабость, усталость, в общем, какая-то апатия, я не знаю. Вот, надо потихонечку восстанавливаться, как бы приходить в ритм в жизни. Вот. Тут еще с финансами какие-то неопределенности пошли. Как говорится, то копили барахло, то теперь его продаем. Скажем так, грубо говоря. Вот, плойку продал. Что еще продал? Видеокарту продал. Сейчас еще на продаже у меня Steam Deck стоит. Также у меня стоит на продаже карта видеозахвата. В общем, финансы нужны. Да, друзья мои, 8 уровня против меня. Это шутка или что? Что это такое? И шутка ли? Я как-то сомневаюсь. 8 уровня. Дизитик. А играет-то как профи, ребята. Играет-то как профи. Бомбанул сразу, бустанулся он, короче. Ладно. Мы еще, наверное, не таких ломали. Давай, поехали. Посмотрим, будет ли он сейчас уничтожать. А в принципе, чем? А ему и нечем нас уничтожить сейчас. Он может только если... Терновый куст у него, по-моему, отсутствует. Вот он ускорился. Но у него 3 энергии, ребят. Он может сейчас что-либо поставить. Но у меня потом будет на третьем ходу вот этот наш зомби. И я его обязательно реализую. А реализовывать я его буду, знаешь, где? Блин, надо было его ставить вот сюда. Потому что на следующем ходу я бы мог нашу мадемуазель зомби поставить зонтиком, который дает иммунитет. 2-ная. Поехали. Так, берем карту. Что за карта? Ландшафт, зачем ландшафт-то мне? Чтоб тебя, худыш ты несчастный. Ладно, ребят, ландшафт так ландшафт, а что сделаю? Давай вот так поставим. Интересненько. Так. Нам надо бы, наверное, энергию бустануться чуть-чуть по энергии. Хотя бы сравняться с ним, чтобы у нас было одинаково. 5 и 5. А то у него 5, а у меня всего лишь 4. Немножко несправедливо получается. У нас есть кислотный дождь. Минус 1 всем. На земле, естественно, делаем. То есть, смотри, 1, 2, 3. Это мы уже бустим нашего куробойщика. Угу. У него, наверное, может быть, фруктовый микс был. Он хотел его использовать, но он сейчас понял, что попал просто-напросто. Но он может в лицо мне использовать его, в принципе, ребят. Так, вспышка, пожалуйста, не надо. Не надо только вот сдаваться сейчас. По-моему, сдается, друзья. Или сдается, или... Я не знаю. Да, отключился. Ну, я так не играю. Это нечестно. Мне нужно было нанести 20 единиц урона, да? Игру-то я выиграл, а 20 единиц урона, к сожалению, не нанес. Ну, ладно. Давай дальше попробуем все-таки наверстать упущенные. Вообще, можно было бы, знаешь, что сделать? Секунду. У нас же... Я же покупал в тот раз телепорт, да? Вот телепорт бы мне как раз бы здесь и пригодился. Он же, по-моему, есть? Есть. Знаешь, что мы сделаем? Мы, наверное,
Мы, наверное... А нафиг вот этот... Подожди, а вот этот хмыреныш мне зачем он нужен-то? Он мне вообще не нужен здесь, вот этот зомби. Ботан. Если честно. И я, наверное, вместо него возьму как раз... Вот этот вот. Две энергии на буст. Я зачем-то в эту колоду взял чихательницу. Но это, видимо, против хилов. А другого варианта нет, ребят. А зачем она мне нужна? Ну, она, конечно, может единички подбивать. Причем легко. И блокировать хил. Это вот против грибов хорошо, а вот против цитрона не совсем. Ну давай, посмотрим. Так, куробойщик. Ладно, ребят, чем раньше у нас будет куробойщик в руке, тем хуже, наверное, для меня. Ландшафт будем ставить? Чё-то, по-моему, какой-то у нас тут перебор идет. Твою дивизию, смотри, что творит, а. Давай так поставлю. Цитрон на бобовых, да, значит у нас. Ну и чё вот это, ребят, такое? Ну что это за... Ну еще вы прикажете мне, вот чё, чё... Я не знаю, ребят. Но ландшафт у него наверняка тоже есть. Да что вы мне даете-то вот это вот? Ну нафига мне вот это вот все? Вы... Два курабойщика сразу, ребята, два, блин. Плюс вот этот за семеру. Ну зачем это мне все сейчас? Ну, ё-моё, ну. Бобы мне еще свои подсовывают. Нету. Зашибись, он еще и шипы сюда ставит. Так и буду получать, да, звездюлей? Ну неужели что-то. Он сюда поставит его, да? А мы, а если он даже и поставит, друзья мои, мы сделаем вот так вот. Если он сейчас сюда поставит, а он поставит 100%, то мы, наверное, бонусную атаку делать придется нам. Придется, но он погибнет у нас. Кактус. Ага. Так, ну по крайней мере этого хлопнем. А вот этого я уже не знаю, чем мы будем с тобой бомбить. Так, давай в блок. И летучие мышки здесь у нас будут стоять. Нету никаких летучих мышей, ребят. Давай так сделаю. Походу я сфейлился здесь, да? Угу. Ну это, конечно, ребята, в самом начале игры вот такую... За подлянка на самом деле. Он может сейчас кого-то поставить, мы этот переместиться, так ведь? Я получу 4 в лицо. А вот он еще как делает. Вот он как делает. Давай хоть что-нибудь вытянем, я не знаю, блин. Вот так хотя бы. Так, в блок.
пока это тратить, я не вижу смысла, ребят. Интересно, есть у него бомба или нету, а? Если у него есть бомба. Звездочка. Упс. Упс. Я даже не знаю, что сказать, ребят. Три. Да. Все равно, если бы я сюда поставил, ну, ребят, это бы ничего ровным счетом не дало. Бессмертие, ты, конечно, мне здесь, да, такое сейчас сделала. Просто без вариантов. Просто, ребят, без вариантов. Ну, что я мог там сделать? Ну. Опять за свое, да? Пш. Ну, блин, ну давай так попробуем, что ли. Пускай на воде стоит, бомбит ее потихоньку. Ну, я имею в виду этот орех. Так, челюсти выпали. Бабкин старый, да? Могилоеды есть у тебя, парень? Что он сейчас сделает? Начинается, да? Нулевки сейчас пойдут, что ли? Че, давай так, наверное, сделаем. Конфеточки, шоколадочки. Бамс и блок, да, ему? Как всегда. Бумс, бам. Ага. Блин, он меня зарует-то... Не могу, ребята, здесь пока ничего сделать. Давай, наверное, сделаю вот так вот. Будем его превращать или что? Или вот так вот еще сделать? Давай попробуем так. Эх. Дай двоечку, двоечку. Есть, все, ребят. По-моему, хана ему, да? Да ты серьезно, ты издеваешься. Да ты издеваешься, сейчас просто надо мной издеваешься, блин. Так, это два выстрелит, да? Предположим, в лобешник ему. Этот я уничтожу сейчас. Надеюсь, у него бомбы там нету. У него грипп. Была не была. Поехали.
Выживем ли мы, ребятушки? Вот какой, или, мне кажется, ни хрена мы не выживем. Давай сделаю вот так. Просто посмотрим, ребята, есть ли у него там могила яд или нету. Если есть могила яд, все, это фейл. В лицо. Тут тоже такое, ребята, вот этого выставлять, ну ты сам понимаешь. Или же мне делать по-другому, выкидывать вот этого и вот этого. Как бы больше вариантов нету. Если этого ставить, он будет бомбить по нему. Потому что вот здесь вот орех стоит. Если зомби встанет не сюда, а куда-нибудь в другое место, то... Ну, я не знаю, ребят. Это было глупо на самом деле. Скорее всего, он вылетел. Я потому что сомневаюсь, что у него при вот этом... При вот этом, ребята, орехе... При вот этом вот орехе, чтобы он просто вот так вот тупо сдался. Он мог даже поставить любой там зеркальный орех. Или как-то прикрыться. Да хотя бы даже эти нулевки хилища он мог поставить, все бы у него, ребят, прокатило бы. А он почему-то этого не стал делать. Я не знаю, почему. В чем причина, без понятия. Я знаю, что бабах сейчас будет. Вот что он делает. Ладно, этого мы с тобой вот так вот, наверное, сможем уничтожить, наверное. Бомбим этого тогда, да? Бомбим этого. А дальше что? Давай так посмотрим. Бомбочку, наверное, поставить сюда, да? Ты гляди, а? Чего вытворяет-то, парень? Так, поехали. Неприятности эту я не переживу. Погнали вот так вот. Банан. Банан. Че, делаем бонусную атаку и забираем жизнь? Нет, не заберем, ребят, мы ничего уже с вами. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это знаешь что? Вот так вот. Бананы, да.
Но здесь можно через бонусную атаку сделать. Мне его никак не наказать. Слушай, подожди, а если мы, например... Я не помню, делает ли он. Ладно, сделаем вот так вот. Ну это издевательство уже какое-то, а? Просто, ребят, издевательство. Неужели опять могилоед у него есть, а? А мне этого не подбить никак. Так вот, да? И чего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята. Кранты. Да, в любом случае кранты. Ай, бессмертие, блин. Ну это трэш какой-то. Просто, ребят, трэш. 7-8 на начальном ходу, блин. Не канает такой. Не такой расклад, ребят, за бессмертие не канает. Так, слушай, мы выполнили задание. Вытяните 6 дополнительных карт. А 300 единиц урона. Вытяните 6 дополнительных карт. А, ну это за бессмертию надо вытягивать. Да, картофельный страус, короче, нам тут показал, где раки зимуют. Ничего с этим абсолютно нельзя было сделать. Уничтожить магию его нельзя было. Гаргантюахин, ты сам видел. Там бесполезный. Бомбами затарился и все. Даже будь у меня ракеты, я бы ничего не смог сделать. Тут единственное, что против них очень хорошо, ребят, идет кровожадность. Ну, против... страусов против этих... Там да. Там можно с ним еще как-то разобраться. Но то, что было у меня до бессмертия, на бессмертие, ребята, это фигня полная. Это просто полная фигня. Ну что, выставляем тогда этих малюток. Пускай бомбят 4 в лицо. А там уже посмотрим, что будет. На воде это хорошо, ребят, что на воду. Дальше можно что сделать? Дальше можно поставить вот этого пирата. Или же даже вот так вот, наверное, будет эффективнее. Тут ему выбирать, как говорится, либо этого бомбить, либо этого. Ну, он выбрал этого. Делай его. Все. Эх, на пятом ходу, если мы даже спрячемся в могилке. До пятого хода надо еще дожить, блин.
До пятого хода надо еще дожить. Помидорочка. Хорошо, допустим. Так, ну сейчас у него срабатывает блок. Я не знаю, там, что он сейчас будет делать. Куда он там будет бомбить? А, минус один по земле. Нормально. Давай-ка я сделаю вот так вот. На понт возьмем. Немножечко дурацкий, ребята, понт получился. Ладно, фиг с ним. Поехали. Как он хочет туда поставить, интересно, а? Кого он сюда хочет поставить? Очень интересный, ребятушки, вопрос. Так, посмотрим. Привет, братец, как твои дела? Ефим, нормально? Нормально. Так, 4. Тут в лицо. Что он хочет сделать, а? Хилы какие-то поставить? Или чего? Что тут можно, ребят, сделать? Помидорку поставить и отхиляться? Не прокатит. Не прокатит, Герд. А, вот так, да, так можно, ребят. Так можно. Восстанавливать себе. Ну дофига здоровья восстановил, ребят. Так, а здесь 5-5. Одного как раз подобьем, да, получается? Угу. Поехали. Но это не жилец. Посмотрим. Замораживать, наверное, вот это придется мне. Этот отдуплится в любом случае, да? Этот отдуплится в любом случае. Значит, нам...
Ну, этот ландшафт он 100% прибережет. Что-то у него должно быть, ребят. Мы еще, кстати, в блок сейчас можем ему пробить. У него срабатывает блок. И что там, минус 1-1 по земле может влепить? Или еще что-то там? Опять сдается, что ли? Опять сдается? Да ну нафиг, ребят. Это уже что-то неладное. Такого быть не может. Опять же, ребят, ну смотрите сами. Мое состояние карт. Странно, очень, ребят, странно. Я даже ничего не могу по этому поводу сказать. Почему так сделалось? Я бы добивал бы до последнего. Но он же не мог предвидеть, что у меня именно заморозчик там стоит, ведь так? У меня, конечно, был пират там, но... Никто не дал гарантии, что этого пирата нельзя уничтожить. Может быть, у него бомбочка была или еще что-нибудь в этом роде. И он мог бы бомбануть мне. Но он этого не стал делать. Пока, ребята, если брать по совокупности, мы проигрываем. По атакам, именно по победам, мы проигрываем. Ну, вот тут уже, ребятушки, что-то такое интересное получается. У нас получается два сундука. Я уж не знаю, будет сейчас он его бомбить. Не стал. Ой, ребятушки, он не стал бомбить сундук. Мумия. Да, хорош, парень, ты что-то... Я вот так сделаю. Ой. Замораживает всех на земле, да? Блин, я сундук не могу реализовать, прикинь. Ну, хеллоу. А чё он сюда не стал ставить? Выкинули их. Зомбот выпал. Упс. Так. Сейчас защита сработает. Неужели на прокачку? На нее, родное. Хорошо. Ну что, друзья мои, была не была, как говорится. Ты серьезно? Ребята, короче, делаем следующим образом. Так.
И вот так. Если у него фруктовый микс есть, сейчас влупит мне. Он, видимо, забыл, да, что у нас... По-моему, все, ребят, тут песенка спета. Как ты считаешь? Ну, даже если ты сделаешь бонусную атаку, если... А я знаю, что у тебя есть бонусная атака или защита. 5 в лицо от гробовщика получишь. Ведь в любом случае, как ни крути. Тут 100% победа, ребят. Никак не выкрутится ему. Все. Да, тут было хорошо, конечно. Хорошо было сыграно, но на комочках он меня мог бы, ребята, раскатать. Знаете, чего ему не хватало? Ему не хватало банана, который давал бы ему бананчики, за счет которых он бы мог бы бомбить моих персонажей. И в то же время этот как вот там, комочек-то Джамшутовый. Разносит нас, короче. Тут колпак ночной. Мне почему-то хочется сказать не ночной колпак, а ночной горшок. Ночной горшок. Давай так вот проверим. Это для затравочки я сделал. Он может поменять ландшафт, конечно же. О, он вон что делает. Мы еще вот так вот сделаем. Угу. Так, испугался, короче, хамареныш. А вот это, ребята, хорошо. Наверное, с одной стороны, да? Погнали. Как он тут будет сейчас делать? А, бочку отрикошетил. Вот даже как. Слушай, блок, я надеюсь, работает, да? Не хотелось бы мне сейчас вот надгребать-то. Угу. Давай сделаем так. Вот так и вот так. Стебелек. Как ты мне дорог. 3, 4, 7, 8. Это пригодится. Давай сделаем вот. Блин, вот так, так фигово, ребят, делать. Сколько у нас? 3 несурона наносит, да? 3.
Ой, ой, в лицо-то сейчас. Блин, отвлекли меня, ребята, блин. С мысками этими. Так, ладно, ребят, давай этот... Все, отключаем мы этот мозг от этих всяких шуры-муры. Давай. Сосредоточились на игре. Че там? Ну, я не собираюсь, конечно, сегодня 300 единиц урона нанести, ребят. Это слишком много. Хотя это и выполнимо. Сейчас, короче, еще разок сыграем за... Еще разок сыграем за этого. За бесенка, и потом кого-нибудь поменяем. Вау-вау, вот тебе и вау-вау. Слушай, ну два этих, как бы, в принципе, неплохо, я считаю. А я воздержусь, я поставлю этих двух хламонов сразу, наверное. Так будет, наверное, выгоднее. Поехали. Там посмотрим, кого он там поставит. Плохо, что не на земле, потому что он может же минус один. Я же забыл, какой нафиг минус один. У него нет таких карт минус один. Давай так сделаем. И вот так. Ну, здесь минус один. Короче, понятно все. Если он про клананасы метит в клананасы, то это не вариант. Это, ребят, не вариант. С клананасами нет. Ну это прочерк получается, да? Эти с прочерками у нас. Поехали. Блин, сейчас карту возьмет. Тут варианты либо замораживать вот этого хмареныша, ребят. Так. А как ты его заморозишь? Ты сейчас его не заморозишь. Ландшафт? Ландшафт, да, он может сюда сейчас поставить и начать набивать карты. Все? Посмотри, какой псих, а? Психогрипп, назовем это так. Я даже его трогать, если честно, не собираюсь. Но я понял.
Поехали. Ох, сейчас в лицо тебе прилетит, а? Ох, сейчас прилетит тебе. О, лицо в твое паршивое. Колпак ты начнет. Достал ты меня уже. Так, ну что, за этого тоже сыграли. Теперь давай за Зимеха. Блин, ну за Зимеха. Мы с тобой в те разы, блин, пытались за этого Зимеха сыграть, и ничего хорошего у нас не получалось. Я надеюсь, в этот раз, может быть, что-то получше будет. Вот, кстати, Зимех очень хорош против ночного колпака. Только лишь одной своей суператакой, которая наносит 3 единицы основной цели и по 1 единичке остальным. Это просто топ. А так Зимех в основном, ребят, только отгребает. У меня, по крайней мере. Так, зеленая тень. Нафиг... Рэй, ну ты совсем, блин, расслабился. Вот это вот, а зачем ты оставил-то на семерке? Мог же, блин, взять кого-нибудь посолиднее. Нет, вот выхопал, а. Ребята, пень. Пень нам не товарищ. Пень нам не товарищ. Я не знаю, правда, кого он там сейчас влепит. Ну что-нибудь да влепит. Что за этот пенек можно поставить? Да все что угодно. Горохострелы любые, ребят, пойдут. Даже вот эти вот. Но мы его уничтожим на следующем ходу. Как бы для нас он не страшен. Ведь не страшен же. Так, попробуем. Он еще двойной удар сюда ставит. Ты сейчас, блин, серьезно, что ли? Я не могу понять. Я пропускаю ход. Вы сейчас двое испаритесь у меня просто-напросто. В трубу. Так, давай бомби. Перемещение. Ну. Я хочу, наверное, ребят, через вирус сейчас сыграть. Через вирус и поставить защиту вот сюда, на двойной. Началось. Я, в принципе, об этом и говорил. Поехали. А чё ты? Чё ты сдался-то? Я не знаю. Сдался раньше времени, блин. Ну, правильно, у него там, по-моему, две карты. Я не знаю, ребята. Уже почувствовал, что пахнет жареным. Поэтому сдался.
Ну что, друзья, в общем, как-то вот так вот мы с вами сегодня поиграли. Головоломная вечеринка, я не буду даже заходить туда. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Уже заикаюсь, блин. И до новых скорых видосиков.